had worked with Lane at the coffee shop. She was doing college. My Patricia and I were together. Здравствуйте, добро пожаловать на портал «Неврозы Мегаполиса». Этот портал освещает темы неврозов и гетососудистой дистонии, панических атак, тревожных, депрессивных и фобических состояний. Если вам интересна тема панической атаки, ВСД, фобии, неврозов, в общем, вы по адресу. Посмотрите весь канал, подпишитесь, обратите внимание на разделы «Новичкам», они чуть ниже на канале. Это шаг номер один. Обратите внимание на рубрику «Коротко и ясно» и на прочие лекции. Их порядка 200 видеороликов, которые помогут вам абсолютно бесплатно справиться с определенными сложностями. Многим людям за последние 6 лет эти ролики не то чтобы там открыли глаза, но многие люди справились со своими проблемами в той или иной степени только лишь благодаря просмотру, внимательному просмотру роликов, изучение вебинаров, изучение материала, который представлен на этом портале. Не буду терять время, мои клиенты ждут меня, чтобы я снял для них 6-ю рубрику, потому что они знают, что впереди их ждут ответы на их вопросы. Я пробежался коротко, я не фильтрую вопросы, просто их читаю по порядку, и примерно 15 вопросов, которые я освещу сегодня, они будут касаться панических атак, ОКР, депрессии, в общем, всех тех навязчивых состояний и тревожных, и фобических, что делать, как быть. В общем, постараюсь ответить на ваши вопросы. Поскольку эта рубрика не короткая и ясная, то я постараюсь уложиться в минут 30, но я вам рекомендую посмотреть все ролики, рубрики «Ответы на вопросы». Наверняка ваш вопрос так или иначе прозвучит в какой-то из передач, и вы сделаете для себя определенные выводы. Итак, первый вопрос. Спрашивает Марина. Вот читаю, не видно, да? Читаю прям как есть. Марина спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Расскажите про страх сойти с ума. Он тогда, когда я думаю, что хочу переехать... Так. Здравствуйте, Алексей. Расскажите про страх сойти с ума. Возникает он тогда, когда я думаю, что хочу переехать в большой город. Развестись с мужем или момент... Развестись с мужем или моменты, когда я понимаю, что мне... неинтересно общаться с моими друзьями. У нас с мужем изначально были разные взгляды на жизнь. Он всегда говорил, что никогда не переедет из пригорода, из маленького города. А мне, наоборот, хотелось всегда уехать отсюда. Мне стыдно, что все знакомые довольны жизнью, а я мучаюсь и в семье, и в работе. Расскажите про страх сойти с ума. Он возникает тогда, когда я хочу переехать. Спасибо, Марина, большое за ваш вопрос. Скорее всего, да и в целом, страх сойти с ума – это метафора, как я уже объяснял ранее, метафора, ее можно понять очень буквально, боюсь быть плохой. То есть, скорее всего, у вас актуализируется действительно страх быть плохой, и он был актуален уже давно. Этот страх центральный. Я боюсь показаться плохой, я боюсь принять неправильное решение, я боюсь, что меня осудят, я боюсь произвести плохое впечатление, и ваше желание, искреннее желание переехать, жить той жизнью, которую вы хотите, оно противоречит некоторым таким моральным нормам и правилам, а что обо мне подумают, близкие и так далее. Судя по всему, этот внутренний конфликт затягивается, создается внутреннее напряжение, и вы таким образом это напряжение чувствуете. Страх сойти с ума – это такое проявление вот этого внутреннего противоречия между «хочу быть собой» и «хочу так, как нужно окружающим, чтобы не показаться плохой или какой-то нехорошей женщиной». И вот эти страхи сойти с ума, что-то с собой сделать, заболеть шизофренией – это такая метафора как раз вот этих самых людей. Поэтому сделать вам нужно здесь следующее. Вам нужно обратиться к психотерапевту, который поможет вам договориться с самой собой по поводу, а действительно ли я буду плохая, и договориться о принятии внутреннего решения по поводу, могу ли я жить так, как я хочу, и как я буду эту конкретную ситуацию с городом разруливать и с переездом.
Марина опять же спрашивает. Здравствуйте. Первый вопрос, их всего лишь тут два. Я в мужа полюбила отца, то есть его отношение ко мне. Потом он стал меньше проявлять заботу, на что у меня началась паническая атака. То есть я требовал от него той недостающей любви и заботы, как мне сейчас, которой, видимо, не хватило от отца. Как мне сейчас увидеть в нем мужчину, а не отца? Какие качества этот он должен, видимо, испытывать? Я 9 лет, как в тюрьме, уйти не могу, на него злюсь, но не получаю своего, а он от меня страдает. Секса у нас почти нет. И не хочу. Скажите, как быть? Сложные вопросы, видимо, в этой рубрике будут. Я не готовился, ребят. Я мельком пробежался, но я... Так, смотрите. По поводу мужа полюбить отца. Действительно, часто бывает так, что мы в наших избранниках на самом-то деле видим не людей, а мы в наших избранниках на самом деле видим некие функции. Но вот в данном случае наша Марина говорит о том, что у нее есть такая потребность в заботе, во внимании, потребность в такой опеке, да, отцовской. И она описывает, что она в нем увидела отца, а сейчас она пытается в нем увидеть в нем мужчину. Как это сделать? Ответа нету. Там пойти и что-то сделать или сказать. Здесь вопрос вашего контакта с психотерапевтом, который шаг за шагом, путем размышлений, путем определенных рациональных интервенций, ваше мышление поможет вам посмотреть на него искренне. Но, скорее всего, здесь вопрос не совсем в психоаналитической конструкции, а здесь вопрос в том, что вы не получаете того, что вы хотите, видимо, да, и вы только сейчас поняли, что это не совсем такая ваша история, и, скорее всего, вам придется договариваться двум взрослым людям, как вы будете сосуществовать вместе и как вы будете дальше взаимодействовать. Поэтому здесь вопрос семейного консультирования показан прежде всего. Второй вопрос здесь же, Марина. После того, как стала прописывать мысли и эмоции, то есть вы стали заниматься когнитивной терапией, понимаю, что сейчас в любой ситуации начинаю смотреть свою реакцию, отслеживать мысли и эмоции, и это стало напрягать, потому что, занимаясь этим, в кавычках, самокопанием, уходишь в себя, как уже переключиться на нормальную жизнь, чтобы действовать и мыслить автоматически, и не копать глубоко в себе каждой ситуации. Спасибо за ваш труд. Пожалуйста. Действительно, часто можно встретить термин «самокопание». Я считаю, он не совсем правильный, он не совсем профессиональный и говорит о том, что человек, клиент или кто-то еще употребляет термин самокопание, немножко не совсем понимая, что такое когнитивная терапия и психотерапия в принципе. Мы, по большому счету, не занимаемся самокопанием. И уж тем более, когнитивная терапия, нельзя ее назвать самокопанием. Когнитивная терапия – это размышление над конкретной ситуацией. Банальный пример. Мне наступили на ногу, и я очень сильно разозлился. Можно ли назвать самокопанием следующие вопросы? А как я разозлил себя? Я сейчас подумал, что он не должен был так делать, потому что все люди должны наступать, значит, аккуратно. Он должен был извиниться или предвидеть эту ситуацию. Он не должен был так себя повести. Все люди должны быть такие, моя обувь должна быть чистой, такого быть не должно. А потом вы даете рациональный ответ, что было бы неплохо, если бы мне не наступали на ноги. Но я прекрасно понимаю, что это общественный транспорт. Человек мог оступиться, человек мог плохо себя чувствовать, он мог не заметить, он мог куда-то торопиться, у него, он может быть больной, он может быть пьяный, у него может быть температура. То есть вы не копаете, вы просто размышляете над той ситуацией, где вы эмоционально перегнули, размышляя о том, по технологии, как вы перегнули, и как можно посмотреть на это более объективно. Поэтому, если вы занимаетесь каким-то там самокопанием, то, скорее всего, вы занимаетесь просто не совсем когнитивной терапией, а занимаетесь чем-то другим. Карина спрашивает. Алексей, здравствуйте, спасибо за ваше видео. Пожалуйста, Карина. Совсем недавно у меня появилось желание шрамировать себя. Я не хочу делать себе больно, но, смотря на свои типичные детские шрамы, возникает очень непонятное ощущение спокойствия или похожее на него чувство. И вот мне хочется сделать себе какой-нибудь шрам.
Не пойму, то ли таким образом хочется как бы очнуться и ощутить себя живой, или это желание себя наказать за что-то. Расскажите что-нибудь об этом, пожалуйста. Рубрика канала «Неврозы мегаполиса», она все-таки граничится определенным форматом, и тема шрамировать себя и вот вся вот эта история, она немножко выходит за рамки формата «Неврозы мегаполиса». Я вам рекомендую здесь, скорее всего, если есть такое действительно желание, такая действительная потребность, то более, наверное, компетентным ответом здесь явилось бы не строить какие-то догмы и догадки, Карина, да, почему у вас такая потребность, а все-таки обратиться за консультацией к специалисту, который в таком персональном ключе подойдет к вам и выяснит причину и этиологию такого желания и поможет вам договариваться сама с собой, чтобы такой потребности не было. Вот так вот, наверное, более правильно ответить на ваш вопрос. Спрашивает Шамиль. Здравствуйте, скажите, музыка может вызывать стресс? Есть такая история, что стресс или дистресс может накапливаться в шумных городах, в том числе в мегаполисах. Связано это с общим таким, с общей какофонией звуков. Дорога, машины, телевизоры, суета, общественный транспорт. И вот этот шум, вот этот вот звук может создавать для психики вторичный стресс. А по поводу музыки, я не думаю, что сама музыка может вызывать стресс, если только вы не работаете в ночном клубе, где вы постоянно находитесь под какими-то колонками, под какими-то большими вибрациями, в этом смысле да. А если мы говорим просто о музыке, то нет. Есть, конечно, еще история о том, что постоянное слушание наушников создает некоторый стресс для организма, но все это не связано непосредственно с неврозами и их проявлениями. Это просто такая концепция стресса. А вот по поводу просто прослушивания какой-то музыки нет. Но если еще глубоко посмотреть на ваш вопрос, то если вы, например, лет там 5 назад у вас была какая-то ситуация в жизни, которая у вас ассоциируется с какой-то песней, и если вы ее будете, например, она там была ситуация какая-то там грустная, и она у вас ассоциируется с человеком, который умер, или еще с чем-то, да, и вы эту песню, если будете гонять, например, у себя в плеере по кругу, то, скорее всего, вы можете загрустить, вспоминая этого человека, и здесь песня будет являться таким неким якорем в прошлое воспоминание об этом человеке. Условно говоря, мы можем сказать, что это немножечко стрессирует. Ну вот, наверное, я все сказал, что я могу прокомментировать. Александр спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Недавно посмотрел ваш вебинар о связи невроза и детства. Большое вам за него спасибо. Пожалуйста. Действительно, связь невроза и детства достаточно интересный вебинар. Рекомендую вам его посмотреть на канале. Пытался провести самоанализ. Вот видите, опять эта история, да? И пришел к выводу, что у меня с детства сформировалась стратегия некомпетентности. Так. Но это не самоанализ, это когнитивная терапия. Я всегда боюсь показаться глупым, и что все будут меня считать идиотом. Так. Получается, что я неврастенник. Однако я не работаю по 7 дней в неделю, я, наоборот, очень часто меняю место работы, так как боюсь, что все сотрудники и клиенты считают меня глупым, некомпетентным. Моя тактика – это лучше вообще ничего не делать, то бишь прокрастинация – ваша тактика, если есть вероятность того, что кто-нибудь посчитает меня глупым. Какие первые шаги мне стоит предпринять для изменения своей стратегии? Спасибо. Александр, спасибо за вопрос. Во-первых, спасибо, что вы посмотрели вебинар. Он действительно очень интересный, но его надо понимать правильно. И хорошо, что вы задали уточняющий вопрос. Во-первых, с чего взяли, что вы неврастенник? Из того, что вы пишете, во всяком случае, и ваша стратегия указывает на то, что, скорее всего, мы говорим об УКР, где вы боитесь показаться глупым, боитесь показаться, совершить ошибку, и ваша стратегия лучше вообще не буду ничего делать. Точно такая же стратегия у ребят с УКР, чтобы не совершить ошибку, чтобы не показаться глупым, чтобы день был хорошим, я лучше лишний раз проверю несколько раз дом, а то вдруг дом сгорит, а я пойду на улицу, он сгорит, и я буду плохим. То есть это конструкция УКР, а не неврастении. Это первое. Что первые шаги?
первые шаги найти на канале «Невроза Мегаполиса» все лекции по ОКР и посмотреть последние роликов, так 8 на канале, чтобы понимать тему ОКР. Далее, нужно заниматься, как вот я тут вижу, вы занимаетесь, да, когнитивной терапией. Нужно работать над убеждениями, а действительно ли я буду плохим, если я покажусь для кого-то глупым? А действительно ли, если кто-то посчитает меня глупым, это делает меня плохим человеком? А действительно ли я не могу совершить ошибку? А что будет самого крайнего, если у меня не получится? Какие мои планы действий? Как я буду действовать в той или иной ситуации? То есть вам надо будет работать над самооценкой. И, наверное, я бы вам порекомендовал посмотреть материал «Самооценка и стрессоустойчивость», который вы можете приобрести дополнительно. Они вот как раз практические, и, наверное, это вам было бы правильным советом для первых шагов. Но это не в растении, это ОКР. Лейла спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Спасибо за ваше видео. Пожалуйста. Поясните, пожалуйста, такие телесные симптомы, как... Поясните, пожалуйста, простите, какие телесные симптомы стоит усилить и провоцировать по технике 33, а какие нет. Особенно интересует тошнота на психогенной основе. В перископе вы говорили, что с ней работать надо иначе. И второй вопрос. Когда прекращать ведение дневника рациональных мыслей, как самостоятельно определить этот момент? Лейла, спасибо вам огромное. Два очень важных практических вопроса, которые дополнят это видео очень хорошо. Значит, во-первых, начнем с первого. Очень грамотный вопрос. Видно, что Лейла занимается. Во-первых, техника 33, Лейла, относится прежде всего к технике с панической атакой. Это надо понимать. Об этом на DVD-курсе, на базовом курсе, который можно приобрести, сказано, что техника 33, давай еще сильнее раз, давай еще сильнее два, применяется, когда вам становится вегетативно страшно, и вы можете разогнать панику. Или хотите разогнать панику, или хотите ее усилить. То есть техника 33 работает для предупреждения паники, либо она работает для ее устранения. Для прочих вегетативных симптомов техника 33 работать не будет, потому что это техника фобического характера, это техника провокационная. То бишь, чтобы не испугаться, я буду наоборот этого хотеть, усиливать, наполнять себя страхом, проживать. Это паническая атака. Если мы говорим, поэтому что усилять, что нет, ответил, да, на вопрос. Это только паническая атака. Если вы говорите о простом вегетативном напряжении, там просто вегетативно нехорошо, тут усилять нечего. Вы должны просто себе ответить рационально. Вы знаете, как это сделать. На материале у вас это есть на базовом курсе. Просто ответить рационально о том, что это не опасно. А чтобы не разогнать панику или ее остановить, вот тут 33. По поводу тошноты на психогенной природе. Да, действительно, в перископе я об этом говорил. По поводу тошноты. Тошнота – это символический симптом. Это симптом о том, что вы полны напряжением по определенным обстоятельствам жизни, которые вы, в кавычках, не перевариваете, не усваиваете. Вас в буквальном смысле тошнит от каких-то обстоятельств, которые происходят в вашей жизни. И тут симптом тошноты, сам по себе симптом, с ним его купировать невозможно. Можно купировать только напряжение, которое вызывает эту тошноту, а для этого надо работать над глубинными убеждениями, которые в целом преломляются к вашим обстоятельствам. И здесь же второй вопрос, когда прекращать ведение дневника рациональных мыслей, как самостоятельно определить этот момент. Я рекомендую вести дневники по той системе когнитивной терапии, которую вы изучаете или изучают мои клиенты, минимум месяц-два. И здесь определяет этот вопрос ваш консультант. Если ваш консультант четко уже понимает, что вы формулируете в дневнике все правильно, если он видит реальные изменения, а вы их сами увидите, в какой-то момент времени вам будет просто нечего писать. Вам просто будете понимать, что по большому счету за день не произошло каких-то эмоциональных нюансов, которые можно прописать. То есть у вас с каждой неделей, после четвертой, шестой недели, начнется все меньше и меньше прописывания. Примерно 8 недель я рекомендую это делать. Как понять? По самочувствию и по согласованию с вашим консультантом. Антон спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Как вы относитесь к методу экспозиции или фантазии страха при лечении ОКР? То есть, когда человек намеренно погружает в
свои, погружается в свои мысли, страшные обсессии, и думает специально отведенное время для снижения обсессии. Эффективен ли он? Спасибо, Антон. Я думаю, что вы что-то здесь не совсем правильно поняли. Или... Смотрите, техника экспозиции применяется, опять же, при работе с фобиями. Например, это можно рассказать очень хорошо на примере агорафобии. Или на примере фобии, например, лифта. Давайте я расскажу про лифт. Например, человек боится лифтов. Экспозиционный тренинг здесь будет заключаться в том, что вы будете контактировать с этим лифтом каждый день, проезжая с первого по второй, с первого по второй, там, со второго по третий, с третьего по первый. Вот этот дробный контакт будет называться экспозиционным тренингом. Экспозиция делится на in vivo и in vitro, внутри и снаружи. Вы говорите про внутри. Когда вы сидите, погружаетесь, вот я захожу в лифт, вот он закрывает двери, и я еду, и я наполняю себя страхом. Вот вы про это говорите. Это научная концепция, которую, безусловно, в институтах мы проходили, но я вам так могу сказать. За свои 7 лет работы, я вам честно скажу, я никогда не использовал и экспозиционный тренинг проживания внутри. Как правило, все мои клиенты так или иначе начинают работать малыми шагами, но экспозиция все-таки снаружи, когда мы дробим это все-таки с фобическим объектом снаружи. По поводу ваших вот этих вот историй с УКР, о том, что самые страшные обсессии надо продумать и прожить, это не совсем экспозиция, это скорее упражнение, где вы представляете развитие того, что вы там падаете в конвульсиях, у вас идет пена изо рта, вы там сходите с ума, наполняете себя таким образом страхом и таким образом показываете, что от вот этого вот наполнения себя страхом до самого пика с вами ничего не происходит. И есть такое упражнение. Его по-разному можно называть, и мои ребята, коллеги могут дать ему свои названия, да, но здесь все-таки я бы это не относил к обсессиям. Объясню почему. Хороший вопрос. Потому что когда мы говорим про паническую атаку, когда мы говорим про агорафобию, вот это наполнение себя страхом доведения до пика, оно будет хорошо работать. А вот если мы говорим про обсессии, то оно может загнать человека в очень серьезный логический тупик. Потому что, а вдруг все-таки это, а вдруг все-таки это, а вдруг все-таки это, а вдруг все-таки это. Просто с обсессиями я бы лично работал по-другому. Вот с фобиями, да, а вот с обсессиями я бы, наверное, бы все-таки скорректировал. Наташа спрашивает. Алексей, почему не ответил на мой вопрос? А, наверное, я отвечу на него ниже. По-моему, я его переписал. Да, сейчас. Так, спрашивает Виктор. Алексей, здравствуйте. Хотел у вас поинтересоваться, как быть. Любимый вопрос людей в перископе и вообще вот это вот «как быть». Откуда вы взяли такую формулировку? Я посмотрел много ваших роликов. Был на вебинарах не один раз. И некоторое количество специализированной литературы прочитал. Но, видимо, я не могу в одиночку справиться. Кроме того, мне жалко мое время на, возможно, пустое потраченное время. И опять же, видите, самокопание. Кто вас заразил словом «самокопание»? Не понимаю. И вроде бы все понимаю, свои проблемы полон больше, чем. Однако эта гадость никак не отлипнет. В ваших роликах узнал, что это социофобия. Наверное. Но и она далеко не все. Постоянно накатываю депрессии от неопределенности в жизни, которая является результатом сомнений во всем, что мне нравится. Мне сложно писать об этом, потому что не привык жаловаться. Наверное, это тоже мой какой-то нюанс. Да, привык решать все сам. Мне нужна помощь, как быть. Вот опять, как быть. Быть может, это важно. Был один раз на сеансе у психотерапевта направление гештальт. Один раз был примером, когда декан Тифака разбил в моем примере особенность. Так, Виктор. Значит, все, что вы перечислили, это все прекрасно. Но у меня возникает к вам один простой вопрос. Почему вы были на одном сеансе гештальт-психотерапевта, если у вас такой объем жалоб? Вот это мне главный к вам вопрос. Вы вот так сильно мучаетесь, так сильно страдаете, так сильно вот описываете все, вот как быть и что делать. При этом, при всем, вы один раз были на сеансе у гештальт-терапевта. Отсюда наклевывается вопрос. Что вы делаете для того, чтобы вам стало легче?
Я бы на вашем месте бы все-таки бы работал системно. И если бы вы сказали: Леш, я вот тут уже 5 психотерапевтов поменял, занимался с ними там 2 месяца, 3 месяца, и никак, вот это был бы другой разговор. В данном случае вы излагаете очень много эмоций, очень много жалоб, но при этом был один раз на сеансе у психотерапевта. Как это так вообще? Это то же самое, что у меня болят зубы, я один раз пришел, один зуб вылечил, остальные все болят, что делать? Но логичный вопрос — продолжать искать специалиста, который сможет вас корректировать. Ваша ситуация, она не связана с самокопанием по поводу материала и литературы, которую вы изучаете. Тут надо просто понимать диагностику, с чем мы имеем дело. И прежде всего, если финансовая сторона не помогает, найдите специалиста, который вам хотя бы за 2, 3, 4 сеанса занятий укажет направление. Вот этим, кстати, ваш покорный слуга занимается. Порой не все могут оплачивать системную терапию, да, в скайпе со мной. Они берут одно занятие, берут там 2-3 занятия. Мы хотя бы формируем понимание, что надо делать, что за проблема. Я даю конкретные там методологические пособия, конкретные материалы, и человек хотя бы в русле в каком-то работает. Если финансовая сторона вопроса такая сложная, но меня больше всего заботит термин «ваше слово». Один раз был в сеансе гештальт-психотерапевта, и чего? Поэтому накатывает ипохондрия, были панические атаки, ваши ролики помогли, благодаря им, и познакомился с вашей методикой. Спасибо вам большое, но я вам искренне рекомендую все-таки взять какой-то финансовый ресурс, потратить на несколько занятий, сфокусировать точку мишени и начать над этим работать. Юра спрашивает. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Юрий. Меня интересует один вопрос. Чем отличаются фобии, связанные с ВСД, от боязни вида крови и различными медицинскими процедурами? Так как агорафобия, панические атаки всегда переносил нормально... Так как агорафобию и панические атаки всегда переносил нормально, благодаря вам их сейчас нет. Спасибо. А вот в больнице при разных болевых манипуляциях иногда теряю сознание. Юрий, это никак не связано напрямую. Надо тут отделить котлеты и мухи. Страх медицинских манипуляций, кровь из вены, стоматология, хирургия, какие-то эндоскопические исследования. Это исключительно лабильность психики, это исключительно ваша особенность переносить так называемую фрустрацию, то бишь дискомфорт, уровень выдерживания дискомфорта, уровень мнительности, уровень лабильности. Это чуть-чуть там будет пересекаться по лабильности, по мнительности, но в целом это никак не связано. Поэтому связаны ли фобии невротические и невыносимость фрустрации медикаментозного вмешательства напрямую нет, не связано. Макс спрашивает. Алексей, здравствуйте, спасибо большое за вашу деятельность. Пожалуйста. В своих видео вы упоминали о генерализации изменений. О, прикольно. В своих видео вы упомянули о генерализации изменений. Расскажите подробнее, как психотерапия успешна. Расскажите подробнее, когда психотерапия успешна и может быть закончено. Занимался с 2 психотерапевтами. Паники, фобии, навязчивых мыслей давно нет. Оба психотерапевта сказали, что я больше в терапии не нуждаюсь. Но существенные изменения в реальности, работа, отношения, успех и так далее мне не удаются. Хочется большего. Планирую снова обратиться к психотерапевту. Макс, спасибо за ваш вопрос. Он очень хороший. И поможет очень большому количеству людей. Действительно, здесь надо прояснить. Многие мои коллеги, современные психотерапевты, поклонники канала «Неврозы Мегаполиса» и вообще, в принципе, многие психотерапевты, они специализируются на работе с симптоматикой. Они помогают с панической атакой, с агорафобией, с пониманием вегетососудистых проявлений, с некоторыми такими проявлениями невротических расстройств, при этом забывая, что сам невроз – это именно неэффективные стратегии в жизни, где, как вы правильно заметили,
Семья, работа, отношения, успех, они в целом неэффективны. Поэтому я здесь позволю себе не согласиться с вашими, с моими коллегами, которые вам сказали, что ваша терапия закончена. Лично я бы вам сказал, что ваша терапия только начинается. А по поводу генерализации изменений, именно генерализация – это обобщение. Соответственно, мы должны достигнуть реальных изменений не только в передвижении, не только в устранении панических атак, но и генерализировать изменения во все сферы жизни, чтобы и семья, и работа, и личные отношения, и финансы, и планы, и амбиции, везде был план действий, везде была более-менее гармония. Вот это называется настоящей психотерапией. Опять же, к вопросу, что панические атаки и устранение панических атак не делает людей без невроза, потому что панических атак нет, а в целом как-то хреново. Вот Макс как раз описывает эту классическую ситуацию. Поэтому, повторюсь, на мой взгляд, ваша терапия только начинается. Ярослава спрашивает вопрос про психотерапевтический вакуум. Если невротические реакции это не я, то кто же я на самом деле? Как понять? Я переведу зрителям канала «Невроза Мегаполиса». Вы наверняка не поняли, что она спрашивает. Психотерапевтический вакуум – это мой термин, который я когда-то ввел в свой канал, в свою работу. Он означает состояние человека в терапии находящегося, который в какой-то момент осознает, что то, что он делал, то, что он жил, его жизненные стратегии были, например, понравиться всем, заслужить уважение, понравиться здесь, понравиться тут, доказать папе, доказать маме, доказать себе. Вот эти галочки, галочки, галочки. И как только человек в терапии понимает, что вот эти все вещи – это были невротические стратегии, и он понимает, что они ему нафиг не нужны, и он от них отказывается, и в этот момент попадает в такой некий разряженный вакуум, где он начинает понимать, а что же я на самом деле хочу? Если я раньше вот этим всем доказывал, что я тут, значит, членомерством занимался, да, то что же я такой тогда на самом деле? Это уникальный момент, который позволяет как бы родиться психике не то чтобы сначала, а это, знаете, как очищенный камень. Вот он был грязным, 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 а тут мы его помыли, 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 и вот тут бац, засиял бриллиант. Вы говорите, блин, а как с ним быть? А что? Куда? Что мне на самом деле нравится? И поэтому, Ярослава, это замечательное состояние. Здесь надо просто успокоиться и надо прислушиваться к себе. Здорово прислушиваться. А что действительно я хочу? Что мне вот в душе лежит? Что действительно я вот делаю, потому что я хочу? А что действительно я делаю, чтобы сейчас понравиться? И вот здесь вот в таком поиске внутреннего согласия вы в какой-то момент найдете то, что хочется именно вам, а не то, что вы а-ля должны или чтобы вам там сказали, что вы молодец. Вот как понять, это именно вот такая вот философское размышление, опять же, со своим консультантом или самостоятельно. Вот как раз вопрос, на который я не ответил. Алексей, здравствуйте, я прошла у вас терапию по скайпу. Так, вегетатика в норме, тревоги нет, жизнь налаживается. Поздравляю вас, вам огромное спасибо. Несмотря на это, есть над чем работать. Так. Вопрос. Прописывание в дневнике ситуации и эмоций получаются целые сочинения. Иногда бывает, что из одной ситуации плавно перехожу в другую, пишу. Как научиться писать коротко и по существу? Спасибо за ответ. Хороший действительно вопрос, потому что буквально сегодня мы с группой отрабатывали сжатие рационального ответа. Я скажу вам так, что очень скоро будет вебинар, это прямая трансляция, где я буду собирать своих выпускников, тех ребят, которые заканчивали группу, или которые у меня занимались, или которые занимались вообще в целом когнитивной терапией, где мы будем разрабатывать именно вот эти вот рациональные ответы, вот эти сжатые формы. Будем еще раз повторять алгоритмы рационального ответа, когда что-то не получается. Коротко вам скажу так, что здесь нужно понять вот этот... Во-первых, нет ничего плохого в том, что вы пишете много. А другое дело, что тут надо просто посмотреть ваш дневник. Возможно, половину можно вычеркнуть. Ну, например, можно же так сказать.
такое убеждение разрабатывая, например, я не должна совершать ошибку. Можно тут спуститься в демагогию такую. Было бы неплохо, если бы я не совершал ошибок, но я понимаю, что ошибки – это наш жизненный рост, на ошибках мы учимся, ошибки – это наше все. И если я совершил ошибку, это не значит, что я плохая, потому что никто не значит, никто не скажет, плохая или хорошая. Это я считала себя плохой, на самом деле я имею право совершить ошибку, потому что каждый человек имеет право совершить ошибку. Можно писать до утра. А можно сказать очень коротко. Было бы неплохо, если бы я не совершал ошибок, но я прекрасно понимаю, что каждый человек имеет право на свою ошибку. Да, действительно, я ошиблась, это неприятно, но я сделаю из этого выводы, постараюсь больше таких ошибок не совершать, но если я ошиблась, это вовсе не делает меня плохим человеком. Наоборот, я на этом научусь и буду двигаться дальше. А можно растянуть. То есть тут надо, понимаете, смотреть больше вашу таблицу. Как раз для этого вебинар скоро и будет, поэтому не пропустите его, приходите. Оля спрашивает: «Здравствуйте, Алексей, я очень боюсь быть плохой матерью, и то, как я ощущаю себя, хотелось заняться спортом, правильно питаться, красиво одеваться и так далее. Противоречиво моему представлению об идеальной маме. На мой взгляд, она должна быть занята только ребенком, быть бытом и работой, только, в общем, с ребенком. Как быть? С одной стороны, я хочу быть стильной карьеристкой, а я сижу дома». Ага, понятно. Смотрите, очень интересный вопрос тоже Оля задает, да? Да. Скорее всего, Оля, вы задаете тему как раз опять же ОКР, где вы, с одной стороны, хотите быть собой, хотите быть стильной, заниматься карьерой, а с другой стороны, у вас есть убеждение, что я должна быть хорошей матерью, потому что хорошая мать – это лишь мать, которая постоянно с ребенком, постоянно там на-на-на-на-на, да. Вот эти убеждения, Оля, они вас как раз и догоняют, потому что вот внутренний конфликт в данном случае будет выглядеть именно так. Я хочу быть такой, и я не хочу быть такой, потому что если я буду карьеристкой там и заниматься якобы бизнесом и хорошо одеваться, я буду плохой матерью. Вот вы так понимаете ситуацию. Вот если бы я с вами работал, мы бы с вами работали на ту тему, что если я буду заниматься и карьерой, и хорошо одеваться, я смогу быть и тоже матерью. И понятие «идеальная мать», которая все успевает, это неправильно. Мы можем найти некую золотую середину между тем, чтобы быть и мамой достаточно хорошей, пометуя Винникота, дай бог ему здоровья, да, и, ну, Царство Небесное, конечно, и заниматься все-таки карьерой тем, что вам интересно. То есть мы в нашей терапии должны будем найти некую середину. И в вашем конкретном случае я вам рекомендую заняться этим, чтобы подвергнуть сомнению это определение идеальной матери, его трансформировать в достаточно хорошую маму и в то же время себя не обломать. И вот найти вот эту синергию между материнством и между карьерой и вашими потребностями, и будет вот такой для вас психотерапия. Екатерина спрашивает: «Здравствуйте, Алексей. Сейчас, наверное, нахожусь в состоянии психологического вакуума». Опять, да? «И понимаю, что все, что делала раньше, это вот, видите, да? Видимо, люди ролик посмотрели. И все, что... И теперь понимаю... Сейчас, простите. «Здравствуйте, Алексей. Сейчас, наверное, нахожусь в состоянии психологического вакуума и понимаю, что все, что делала раньше, это было с целью доказать, что я чего-то стою. Всем показать, что я хорошая. Теперь, когда я поняла, что не хочу никому ничего доказывать и вообще ничего не хочу. Нет желания и не вижу смысла вообще ни в чем. Зачем работать, зачем ездить куда-то, зачем с друзьями общаться и так далее. Страшно, что нет, что смысл потерян, держит только то, что ребенок, его надо воспитывать. Заранее спасибо за ответ». Екатерина, я уже отвечал на этот вопрос. Здесь очень важно понимать, что... Вы человек свободный, прежде всего. Вы просто привыкли, что вы чего-то должны хотеть. Что вы чего-то должны. Это то же самое, что лошадь, которая все время бежала всю жизнь, а потом эта лошадь остановилась и говорит... Ну, потому что ей сказали, что нафиг не надо бежать так сильно. И такая стоит и говорит: ой, блин, ну надо же бежать. Ведь если я не бегу, то я же плохая. Это же плохо. То есть, почему плохо, если вы находитесь в состоянии внутреннего поиска? Почему плохо, если вы
пока не решили, чем вам заняться. Что в этом плохого? Человек – существо, которое ищет себя, реализует. Сегодня вы не знаете, потом пройдет какое-то время, вы что-то будете пробовать. Другое дело, что чтобы вот из этого состояния, когда вы поняли, что вот эта невротическая стратегия слетела, тут надо просто расслабиться и начать просто спокойно что-то пробовать. Одно, другое, второе. Просто пробовать. А не долбить себя. Я должна хотеть. Я должна хотеть. У меня должен быть смысл. Я должна куда-то бежать. Зачем вам менять одну повозку на другую? Тут вы неслись, значит, невротическую стратегию всем быть хорошей. Теперь вы должны запрячься в другую телегу. Я должна знать, чего я хочу. Не нужно так делать. Расслабьтесь. И просто пробуйте разные виды деятельности. Просто пробуйте. И в этих пробах вы найдете то, что вам будет близко. Именно вам. Виктория спрашивает. Алексей, доброго времени суток. Расскажите, пожалуйста, или посоветуйте, что почитать о физической нагрузке для невротиков. С чего начать? Давно это дело забросило. Хотя в прошлом всегда был активный спорт. Все попытки типа йога, бег сопровождаются с проявлением... Все попытки типа йога-бег сопровождаются с проявлением и усилением различных симптомов. Качание головокружения. Может, я сильно за что-то берусь. Надо определиться, начать заниматься. Невролог советует только кардионагрузки. Посоветуйте, что почитать о физической нагрузке. Нету такого, что почитать о физической нагрузке. Я вам могу сказать так. Мы проходим обследование, отсекаем органическую патологию, допускаемся к физической нагрузке. В целом невротикам не противопоказано плавание, кардио, йога и пилатес. Здесь по поводу головокружения в вашем личном случае надо обратиться к неврологу, посмотреть кровоток, грыжи всякие, там остеохондрозные изменения и так далее, насколько они действительно влияют на координацию. Я бы вам рекомендовал плавно повышать интенсивность с кардио, поднимая потихонечку время провождения, например, на велогометре. Плавание, кардио, может быть, не динамические виды спорта, чтобы вот сильно вас пока не раскачивать. Спокойное, умеренное плавание, спокойное, умеренное крутение педалей и потихонечку добавлять в свою тренировочную программу тренажеры, не штангу, гантели, а просто тренажеры на каждую часть тела, чтобы потихонечку просто организм получал нагрузку в разных зонах, плавно повышая интенсивность. Но обязательно при этом вы должны правильно кушать, желательно 5 раз в день небольшими порциями, обязательно следить за витаминами, за всеми нутриентами, обязательно с водой, 3 раза в неделю вполне достаточно. Если сможете совмещать бассейн, тренажерный зал и кардио, великолепно. Ничего тут выдающегося не нужно. Ну, массаж можно, конечно же, расслабляющий в том числе. Посоветуйте, пожалуйста, фильм, посмотрев который, вы почувствовали что-то касаемое невроза, который вас тронул. Я не подготовился. Не знаю, сложно так вот на скидку сказать. Фильм, касающийся невроза, который меня тронул. Вообще, меня, если говорить о фильмах, меня очень всегда трогал фильм «Игры разума». Я его смотрел очень-очень много раз, потому что фильм очень классно показывает о том, как преданность женщины, как любовь женщины, несмотря на болезнь мужа, все-таки она его не бросила, и все-таки вот она ему помогала. Да, вот эта концовка в «Играх разума» очень трогательная. По поводу невроза, именно вот чтобы там было что-то такое терапевтическое, много фильмов, наверное. И мои зрители, наверное, их смотрели гораздо больше, чем я. Я больше практикой здесь занимаюсь. Ну, наверное... Да, первое, что сейчас, наверное, вспомнится, это фильм «Беспомощный». Это очень... типичный фильм. Мало кто его, правда, может анализировать. Посмотрите фильм «Беспомощный» с Мэтью Перри. Там очень четко показана и теология, и лечение. Обратите внимание на его отношения с родителями, с братом, с женщиной, и как он себя ведет, и с другом.
Посмотрите, там очень хорошо показаны эти отношения. Потом посмотрите, что он выходит в паническую атаку, в дереализацию. Потом посмотрите, что вся психотерапия ему не помогает, потому что он главного не меняет. И потом в какой-то момент он начинает менять отношения с братом, умирает его отец, он где-то начинает с собой договариваться, посылает друга там, значит, куда-то, начинает что-то продавать, покупать, делать что-то искренне. И вот как только начинаются изменения в его личности, вот тут у него начинаются изменения. И в конце фильма он выходит на улицу и на самом деле понимает, что он смотрит совершенно по-другому. Вот фильм «Беспомощный», наверное, собственно говоря, очень хорошая метафора для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Спасибо вам большое за эту серию. Надеюсь, вам было это интересно. В большей степени мы про ОКР говорили, про когнитивную терапию. Но уж так подобрались вопросы. Впереди еще 20 вопросов для 7-го выпуска. Пожалуйста, задавайте их ВКонтакте в рубрике «Задай вопрос». Подписывайтесь на канал «Неврозы Мегаполиса». Ставьте лайки, если вам понравилось и было полезно. Приходите на личные консультации. Чем смогу, помогу. Ваш Алексей Красиков, канал «Неврозы Мегаполиса». Следите за новостями обязательно. Скоро будут очень интересные вебинары и по сексуальным вопросам, и по вопросам ведения дневников когнитивной терапии. Так что не пропустите, если хотите заниматься собой и достигать действительных изменений в своей жизни не только симптоматично, но и более глубоко. Спасибо вам огромное. Увидимся. До встречи. Пока.